Дум. Дум третий. Объединенная аэрокосмическая корпорация UAC – самая крупная в истории человечества. Созданная изначально как производитель оружия и охранных систем, впоследствии она занялась бионауками, изучением космоса и другими научными направлениями. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. Вот так вот. Начало сканирования. Приближается транспорт. Запрос. Вас на связи Darkstar. Координаты траектории 07063.38000. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07063 через точку 38000. Так точно. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Свона сразу ко мне. Да, сэр. Darkstar башни, входим в ангар. В ангар надо аккуратно заходить. Darkstar, причал свободен. Швартуйтесь. С возвращением. Пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбора. Хватит! Мне уже надоело заниматься кризисным управлением после его художеств. Ладно, вы управляете. А если не получится, я им устрою кризис. Так или иначе, мы должны заставить Бетругера подчиниться. Как скажете, инспектор. Безумные глаза. Так. Контейнеры. Одни контейнеры, ящики и два маленьких ящика. Добро пожаловать на Марс. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Ага. Так, регистрация. Добро мне нужна регистрация. Добро пожаловать в Марс-Сити. Центр научной... Подожди секунду, мать. Надо... Станции Объединенной Аэрокосмической Корпорации. Для регистрации проследуйте к администратору. Здрасте. С прибытием на Марс, солдат. Солдат. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Встал как матушка. Окей, начинаем. Монашка, то есть. Стой здесь. Сканирование займет больше времени. Ладно, ладно. Ну вот, биоскан в норме. И можешь даже не увидеть. Моргал. И даже... Нет объекта сканирования. Как? От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марсе. Основная забота UAC – обеспечение безопасности и благополучия всех работников и гостей Марса. Так, у меня нет КПК, как такое вообще могло произойти? Прибытием, солдат. Впервые здесь? Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Так. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно, не потеряй. Понял, сэр. Так-так, сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Прямо тебе в штаб. Туда. Сориентируешься. Ладно. Карманный компьютер, КПК, необходим 700. Стой, подожди, я там информацию загружу. Пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру по работе с персоналом. Гости Марс-Сити могут обратиться к своему куратору от UAC. Спасибо за внимание. Личные.
Почта тут всякая. Приветствие. Чуть-чуть. Видеодиск. Загрузка готова. Вы можете подбирать видеодиски, аудиозаписи КПК и другие вещи. При загрузке новых данных на КПК в нижнем левом углу экрана появится мигающий значок. Читаю что-то я еще. Так, вы не против? А я вас нажимать ничего не могу. Так, нам туда. В Марс-Сити не курят. Застрял. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Спасибо за сотрудничество. А, кулаки. Поднять кулаки. Управление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Не волнуйтесь, они получат свой товар. Ценой скольких жизней? Скажите, доктор Битрукер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли. Кто мне сказал, пошли? Слушай, приятель, у тебя нет доступа в эту зону. Отойди. Ладно. Уровня доступа, доступа-то нет. А там что у нас? Тоже куда-то идет. Ну ладно, нам, наверное, да. Подожди, а я ведь обратно иду, да? Уже успел запутаться. Блин, я аж правильно шел. А, это туалет. Уборная. Ага, я тоже видел этих шишек. Интересно. Наверное, правление чем. А, это кафешка. Ну. Новости IBM. Столовка. Миллер, слыхал о Капрале Алане? Да. Че, мы собрали? Говорят, Сатушек съехал. Отправили домой на прошлой неделе. Одного отправили, другого прислали. Черт, интересно, кого переведут? Техник, ремонтник Адам Бернаш. 10 ноября 2145. Сегодня утром я починил муфту теплопередачи. Все в порядке. Но когда я с ними возился, опять случилось странное. Я наладил первую группу муф, собрался переходить к следующей, тут услышал шепот. Пытался найти, откуда идет звук, но ничего не обнаружил. Потом я проверил журнал. Кроме меня на этом уровне вообще никого не должно было быть. Страшно. А если вспомнить, что мне рассказывали ребята из Дельты, то просто страшно. Я уже тихо ненавижу работу в подземном ремблоке. Здесь все ходят как пришибленные, дергаются от малейшего шороха, глядят как-то странно. Нехорошее это место вообще. Такое ощущение, что на меня вот-вот кто-то набросится. Инструменты и полетевший модулятор я положил в складской шкаф, рядом с лифтом на подземный уровень. Код замка 396. Конец записи. А, 2369. 2369. Внимание, я же не забыл. Доктор Брэддок, вас ждут в службе жизнеобеспечения, кабинет 4А. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе. Хорошо. 2369. Есть, сэр. 2369. Штаб. Не торопился, солдат. Так, теперь о задании. Пропал ученый, это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься.
Твоя задача — проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе выдадут оружие. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Ладно, ладно. Найти вход в ремонтный блок. Обратно идем. А там... Вниманию сотрудников корпорации. Хотите получать больше денег? Куда-то идет. Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Вся информация у ваших менеджеров по кадрам. Слышал, что карта в А что такое? Он говорит, что видел. Комплекс Дельта – абсолютное оружие. Корпорация UAC заботится о здоровье своих сотрудников. К вашим услугам самые квалифицированные врачи Солнечной системы. Все работают, все работают, все работают, молодцы. Так, мы обратно тупо идем. Понял. Так. Подземная система Марс-Сити. Подземная система Объединенной Аэрокосмической Корпорации. Подземный уровень Марс-Сити был одним из первых многоцелевых сооружений, построенных на Марсе. Это старый комплекс, содержащий склады, климатические системы, генераторы энергии. И что-то еще там. Кстати, о сохранении. Ну, не знаю, не надо, наверное, сохранить пока. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Ну и дыра у вас тут. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. О, вот что это дело. За солдат без оружия? Ты я про то. Вот твое барахло. Давай. Мое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Угу. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Чего, терминал? Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Да. Это вниз по лестницам, а дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Ладно. Окей, все в порядке. Куда он сказал? Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. Ладно, ладно. Эй, не трожь! Ой, прости, что-то там пошло. Что-то там пошло-поехало само по себе уже. Да не я. Эй! Ты ищешь ученого, да? А, ты вон где. Не ищи его слишком усердно. Понимаешь? А, ладно. А что, ты им закусил, что ли? Работай. Слушай, Скотти, чего ты там пустишь? Я бы ты еще раз уже закончил. А доползи сюда, и сам все сделаю. Данный КПК. Grand Boston. Как там был код 2369, что ли? Так, 2, 3... Или я не... А, там был из четырех почему-то. Блин, а зачем тут код тогда? Так. Адамберн. Техник-ремонтник Адамберн. 10 ноября 2145 года. Сегодня утром я починил муфты теплопередачи. Все в порядке. Но когда я с ними возился, опять случилось странное. Я наладил первую группу муфт, собрался переходить в следующую, и тут услышал шум. Попытался найти, откуда идет звук, но ничего не обнаружил. Потом я проверил журналы. Кроме меня на этом уровне вообще никого не должно было быть. Страшновато. А если вспомнить, что мне рассказывали ребята из Дельты, то просто страшно.
Я уже тихо ненавижу работу в подземном техблоке. Здесь все ходят как пришибленные, дергаются от малейшего шороха, глядят как-то странно. Нехорошее это место, в общем. Такое ощущение, что на меня вот-вот кто-то набросится. Инструменты и полетевший модулятор я положил в складской шкаф, рядом с лифтом на подземный уровень. Код замка 356. А, ты тот новичок, который ищет старый центр связи. 356? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Понятно. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Пять, шесть. Выравнивай свое давление. Я готов. Вот так пришлось задержать дыхание. Солдат, сержант Келли на связи. Ты слишком копаешься. Осмотри заданный район и бегом обратно в Марс-Сити. Конец связи. Окей. Добраться до старого центра связи выполнено. Виноват у вас тут. А? Нет-нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Дьявол? Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Телепорт врубился. Господи, спаси! Черт, мне страшно. Блин, что такое? Я же солдат, я не должен. Блин, реально страшновато. Блин. Черт. Че, мужик? Вот я попал. О, блин! Я не могу. Он так резко. Мы атакованы неизвестным противником. Так, ладно. Возвращайтесь в штаб для перегруппировки. Я проходил уже дом 3 давно-давно, но блин, что мне так страшно-то? Назад. Повторяю, возвращайтесь в штаб десанта и ждите дальше. Блин, как я передернул. Ничего не видно. Ничего не вижу. Где он? Я слышу где-то голос. Так, сглаживание немножко мыши прибавлю. Еще фонарика на пистолете нет, ни черта. Щет. Блин. Ничего не вижу. Да блин, нажимай. Командиры отряда, доложите обстановку. Там живут кого-то. А! Ничего не вижу. Потери среди гражданских. Это бойня. Штаб, мы пытаемся герметизироваться. Нахрен пошел. Ничего не вижу. Отходим, все поле.
Фу, блин. Тихо. Не вижу ни хрена. Да сдохни. Чего че, тварь? Некоторые пульты управления позволяют манипулировать различными всем отрядам, устройствами. Всем отрядам, говорит штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказов. Черт. Ой-ой. Не смог добраться. Черт. Нахрен я боюсь тебя. А, он не сдох, что ли? Так, сканирование. Ошибка. Кто там? Живой, что ли, кто-то? Кажется, что кто-то просто вылазит. Ну, блин! Я уж все забыл даже. Так, мы упали. Ты не шути так. Ага. Сдохни. О, блин. Не видно ни хрена. Опа. У меня тоже ситуация критическая. Смотрите. Не видно ни хрена. Подожди, у меня такой футбол. Вообще не хочу тут быть.
Да, так. Я так сконцентрирован, что молчу. Так, жизнь. А мне не надо. О, немного света. Это не помешает. Блин. Кто так сделал? Так, а, это вот где нас не пропустили. Тут где-то, блин, аптечка была. Ну ладно. Сзади берет, заходит. Так. Ну там кто-то был. Я уже забыл даже. 356. Неверный. Блин, так резко просто. Ладно. Блин. Блин. Так. Чуть не приплюснул к чертям. Штаб, на связи команда Браво. У нас один убитый и несколько раненых. Мы на подходе. Ты где поломал ничего? Штаб, на связи второй взвод. У меня патроны кончились. Добраться до базы нет возможности. Конец связи. Вас понял, главный взвод. Отступайте к ближайшему посту и держите оборону там. Конец связи. Ну вставай. Как лежал, так и лежи. Тебе это шло. Так. В чем дело? Да в голову ему стрелять, как не сдохнуть не хочет. О, патрон поддал. Вернуться на КПП. Всем отрядом, сержант Келли на связи. Блин, можно было открыть это. Собака. Резко, я жду новых какой-нибудь. Что-то такое я давно не играл. Всем десантным отрядам, на связи сержант Келли. Я не могу добраться до Марс-Сити. Отправляйтесь в штаб десанта для перегруппировки и ждите дальнейших приказов. Вернуться в узел связи десанта. Тут уже до меня обчистил. Да блин, я застрял.
Быстрее, торопись. Я думал, вышел только я. Тебя череп этот не нашел летающий, да? Что-то случилось. Не знаю, что. Пронеслось. А газовый ключ можно? И люди стали меняться. Это так страшно. Я был тут. Работал в вентиляционной шахте. Не знаю, как мне удалось выжить. Приведи помощь. Ладно. Пожалуйста. Ты бы со мной шел, что? Вместе-то. Больше бы решили. Осторожно. Я не знаю, что там такое. Ой, в боку заколол уже. Да блин, чё так? Ушёл. Всё, вроде. Загрузка данных. Маркус Тенко. Марк Стентон, таможенный инспектор Марс-Сити. Не знаю, кому следует сообщить об этом, поэтому я решил разослать свой отчет всем, кому можно. Если вы получили это сообщение, прошу вас ознакомиться. Это очень важно. Меня очень тревожит положение дел с получением и отправкой грузов. Меня, как таможенного инспектора Марс-Сити, должны ставить в известность обо всех прибывающих и отправляемых грузов. Кто-то действует через мою голову. Так что данные о некоторых грузах ко мне не поступают. Это недопустимо. Я, разумеется, упомяну об этом в рапорте. Так не положено. А в случае чего крайним буду я. Не знаю, кто разрешает принимать и отправлять грузы. Много голосов. Ничего не вижу. Какие будут приказы? Контейнеров в Дельту без таможенной Это сержант Калинин. Держи, сынок. Сынок ждет. Мы отыщем тебя. Конец записи. С автоматом мои шансы улучшаются. О, маленький робот, молодец. Умница. Что? Ничего взять нельзя? Так, нет. Блин, а фонарик не могли прицепить? Оружие. Я же не вижу ни хрена. Реально, нифига не видно. Да, щет, он еще уворачивается. Каким-то непонятным мне образом. Сказал, что? Я это слышу. Я верил в этот пистолет. Вау. С автоматом бегать, дружок. Блин, что такое? Дедуля! Промазал. Вот это сейчас меня поймали. Сработает здесь код? Да не так. 356. 356. Да ничего не подходит, я не знаю. Может, я прослушал? А, ну, постой.
Почта. Ищу циферки. Так, код. Ты указал в своем отчете код, я оценю твою. Так, указал код, Марк. А просмотреть нельзя. Мастер ремонтник, ученик. Да ну эти, этот код искать тут полдня. Я без того вроде живой. Мужчины голые! А, о, да блин! Поймал, а? Автомат, как будто газдомет какой-то. Потрепали немножко, уродцы. Только я полечусь нахрен. Где тут, где тут? Где? А. Что ж, наверное, здесь закончим пока. Угу. Что ж, это был DJ Vigilant.